Здорово, чуваки, с вами я, Крэк, и... Блять. Сука. И сегодня мы погрузимся в мир PUBG. На карте Каракен, соло против складов. Ну, как вам обычно, наверное, заходит там где-нибудь на видосах, в Ютубе. Надеюсь, вам сейчас понравится, надеюсь, мы затащим, потому что я хую знает. Видос не заранее записан, спонтанно. Так что я даже не знаю исход игры, какой сейчас будет, и мне будет интересно, что из этого получится сейчас. И со мной ни одного челика пока что нет, и это хорошо. Это, пока что в комментариях пиши, как у тебя там дела, чё, тебе зашел тот ролик по Fortnite или нет. Чё ты хочешь в дальнейшем увидеть на канале. Предлагай идеи. Я с радостью послушаю их, рассмотрю и, может быть, что-нибудь сниму для тебя. Такое годненькое. Да еще это... Мне надо кое-что разобраться с программой. Вот, например, в PUBG я вот не знал, что там делать, когда голос не записывался. Бать, или что? То есть голос... Именно игроков. А мой записывался. Бля, я даже не знаю, как объяснить, но ладно. Как-то так. Так. Убот. Я вообще все залутал. Просто побежал. Сопельки. Так. Я вам, конечно, не покажу первоклассную игру. Я не Диппер Котлет там или еще кто-то нахуй. Мы и знали по PUBG, но все равно. Надеюсь, будет зрелищно. Да, минутка молчания. Мне кажется, в этом кемпе кто-то есть, по-любому. Пока что зона слишком большая. Вообще, Каракен это спорная карта, потому что тут эта зона как-то по-ебанутому действует. Иногда, особенно фиолетовую. Наверное, в определенной области, где можно разрушить здание. То есть она не на любое здание может. Чуваки это не продумали. Можно так сказать. Кстати, у меня есть идейка снять New State. Как тебе? Думаю, что это нет. А то уже как 3 месяца прошло. Я уже пилил ролик по этой теме, но я его удалил, потому что там... Жесткие фрезы были, всякое такое, такое, ну нахуй. Никто не будет смотреть. И, наверное, этот ролик тоже никто не будет смотреть. Опа. Ну. Что это? Что за кривое им? У меня просто старого телефона с настройки сохранились, да, и... Также и по ходу сенса. Сенса какая-то конченая, блядь. Хотя я до этого вообще не играл, сколько там. Месяцев 5-6 в PUBG. Именно в этот. Так. Я хитрожопый. Вообще, у меня тут непонятная механика, для чего сделали перетаскивание челиков. Это уже какой-то Fortnite. Ну, это я тупо, я так считаю. А ты как думаешь, пиши в комментах. Типа, это хорошо или плохо. Так что еще извини, что я иногда бубню под нос. Немного приболел. Так что не осуждать. А видос сделал то, чтобы вы знали то, что канал не мертв. И то, что контент еще будет. Так, 3 килла, а может это все боты, я хуй знает. А вот и фиолетовая зона, блядь. Ёбаный в рот. Она меня занимает. По сути, вот как по карте, нам должен задеть это здание нахуй просто. Ну, такого не будет. Проработка в игре желает лучше. Блядь, куда я нахуй? Я один раз уже попался на фиолетовую зону, так что в жопу.
Вообще есть люди, которые ни разу сейчас на караке не играли до этого. Это как-то жестко. Что еще хотел тебе сказать, мой зритель? Блять, так звучит стрёмно, я ебал. Да, разговаривать я вообще не умею, можно так сказать. Ну, блядь, индивидуумы. А что я делаю, блядь? Что за хуйня сейчас была? Если бы не бот, то я просто вначале кулаками побежал, что за хуйня? Что это творит, блядь? Что я хотел сказать? Я хотел сказать то, что... я недавно в колду играл, это пиздец. У меня уже есть материал для видосов, для колды, там, по колде, то есть. И, ну, если хочешь, я просто выложу. То, что я уже готов, типа, я планировал. У меня было два выбора, либо обычно PUBG, либо колда. Но по колде там пиздец просто. Просто не знаю, как описать, как игра сильно изменилась. В хуёвую сторону. По моему мнению, чисто. Хотя и PUBG тоже немного хуже стал. С каждым обновлением, каждый новый баг какой-то появляется. Эх, разработчики. Еще мне тут не нравится кое-что. То, что паутина. Режим с паутиной. Это тупо под копирку спизжено у Fortnite тоже. Хотя, может, они раньше задумались и эту хуйню планировали, но я не знаю. Вот веб-шутер это вообще какая-то другая тема. Они не могли как в Fortnite, типа, запилить перчатку одну, где могло бы запутывать паутиной. Ну, как, типа, граната. И это нормальное перемещение. И то была бы перезарядка. Да, сука, сопли. А так они криво работают, с ними до хрена багов. Вот я видел в ТикТоке то, что люди просто летят через всю карту. И, блять, разработчикам похуй. Как это понимать? Что это такое, блять? Что с сенсой, нахуй? Что, блять, за хуета? Вот это как, блять? Это я сейчас по всему экрану пишу, что за пиздец? Мне надо плавный, охуенный пиздец. Офигенно объяснил, да? Я мастер объяснять. Бил 4 ботов. Будем боты, ботов считать, потому что хуй знает, чел ли это было. Че, у меня инвентарь забит, ёб твою мать. Вот нахуя. Блять, СЛР. Блять, взять что ли? Вот такого. Вот какого хуя я сейчас коллаж держал, блять. Как это понимать? Ёбаный в рот. Хотя нахуй мне это целое, блядь. Я не знаю, на караке мне вообще кто-то снайпу использует, это тупо. То есть не тупо, а мне это чисто неудобно. А так короткие дистанции, можно так сказать, могут зажать в 2 минуты. Ты со снайпой там сидишь, шухеришь какого-нибудь пидарчика, который тебя тоже выцеливает. И потом хуй як с тебя, блядь, нежданным образом убивают. Под камня, который был рядом. Надеюсь, я не буду демонстрировать вот такие фейки. Такие фейки, блядь, к этому, блядь, фейлы. Да, уже давно не было таких разговорных видосов. Раньше такой видос вроде был. Не помню, ну да, перезапуска канала. Где там еще Garry's Mod Mobile был и всякое такое, где мы что-то ДБД играли. Кстати, да, чувак, ты еще пиши про ДБД, че, как хочешь услышать что-нибудь про эту игру. Там нормально что завезли. Там оптимизацию наконец поправили. Также есть еще тайская версия от Гарены, но там оптимизация получше. Намного лучше, чем в обычном. Ну игра суммировано весит где-то 3, ой, какой 3, блядь, пизжу, 6 гигов. Что это такое сейчас было? Хоть по экрану вводим, даже не движ... Фу, блядь! Никакого движения не было. Так, тихо, надо поаккуратнее. Сука.
пугает. Ебаное существо. Сейчас меня бесит то, что тут могут килл пиздить. Это, наверное, и в обычном павле. Пизду. Вот, вот это самое коварное место, блядь. Помню, сколько мы тут с фаером фейлов сделали. Из-за того, что, сука, мы не видели, кто там внизу нахуй сидит. Хотя тут и может еще кто-то сидеть. Что за ебанутые звуки? Когда я делаю шаг, я слышу справа какой-то еще один шаг, блять. Что за эхо? Нахуй я посъебу. Сверху? Где, блять? Алло, что за хуйня? Ага. Пошел нахуй. У меня третий шлем был. Нет, показалось. Это опять бот. Эй, тут хуй поймешь, кто бот, кто нет. Вот вчера вроде, да, вчера мы играли на Мирамаре с Фаером и с Грей. И, короче, блядь, меня бот нокнул нахуй. Это какой-то пиздец, блядь. То у них маленький урон, то большой, понял. Сейчас попробуй, хрен отличишь, кто человек, а кто ботяга. Ой, блядь. Сколько мат, наверное, думаешь такой? Как тебе не надоело матюкаться, это? Да-да, надо что ли без мата выпускать видосики тогда. Чё ж, все равно заняться нечем. Шутка минута. Блять, что это за хуйня? Это еще кто-то. Чё за катка с ботами, я не понимаю. Алло, мне контент нужен. Мне не надо, чтобы я как отсос... Как отсос тупо убивал ботов всю карту, всю катку, и это просто... Такое... Зрители просто выслушали меня, какой-то пиздец происходит, что с каналом будет. Так неинтересно, алло, игра, ты шо? Где тут дропчанский? А, во, а тут его кто-то подлутал. МКшка. Да нахуй она кому нужна? Так. А это бот или нет? Блять, что я делаю? Что за хуйня? Блять, что это такое? Надо управление настроить. Это жопа. Ну то есть управление нормально. Опа, 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 опа. Это где? Что это такое? Кто мне скажет, блять? Такой сейчас напишу, я думаю, вот ты нубик, и он такой, угу. Ну да, да, ладно, не буду спорить с этим. Типа, зачем в PUBG полез? В это время я, который сыграл 3 года в PUBG,
Потом что тут? Алмазы поднял максимум. Угу. У меня видит, что ли? Ага. Пидор. Ты где там будет еще, блядь? А это уже чел, это не бот, блядь. Ты еще кто-то? Топ-1? Рофл? Что за хуйня? Как это понимать? В катке были одни боты практически. Что за хуйня? Ладно, ок. Этот ролик все равно выйдет. Всем спасибо за просмотр, то, что посмотрели мою тупую катку. В соло против сквадов. Мы заняли топ-1. Сам охренел. А, всем удачи, всем пока, ждите новых видеороликов и всех до новых встреч. Пока!